Недоброе утро для жителей аварийного дома по адресу Польский спуск 5. В старом здании обвалилась межэтажная лестница. В областном управлении ГСЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Но заблокированных на балконе 4 жителей квартир на втором этаже пришлось эвакуировать. Операцию спасатели проводили около часа. Я же и вышла, у меня дом задрожал. И сын вышел на улицу, я говорю, что ты дверь хлопаешь? Он говорит, я не хлопаю дверь. Я вышла, он вот что-то такое, утром было рано, я сама испугалась. Думала, авария на улице. А там уже у меня квартира наверху, получается, вторая, это жилец квартиры. Она вообще не могла выйти, ее по лестнице с окна снимали. Это уже не первый звонок, что звучит из дома по адресу Польский спуск 5. В июне 2020 года по зданию разошлась трещина. Тогда жильцы жаловались, что ветхое строение находится в аварийном состоянии, однако никаких работ не проводили. Еще в 2009 году им пообещали предоставить жилье в Суворовском районе, но дело с места не сдвинулось. Этот дом много лет является аварийным, однако людей отсюда отселять никто не спешил. Аж пока летом прошлого года по фасаду не пошла огромная трещина. Однако и тогда отселили лишь часть людей. Газа нет и света нет, тогда после той аварии не было ничего. Ну, они же ничего не предпринимают. Нас Марины две не отселяют. Полдома отселил, а полдома не отселяют. Так мы сидим, квартир нет, говорит, ничего нет, денег нет. А поселок Накотовского отселяют коммунальщики, это дворников. Но я работала много лет в порту, в ЖЭКе, но авосы ныне там. У них нет жилья и все. В основном третий номер дворники живут, первый номер дворники живут, в девятом у нас во дворе несколько дворников живут. Они не могут получать ничего, им ничего не дают. Люди работают, и им ничего не дают.